И вот мы создали продукт Омега Плюс. Мы объединили лиственницу, которая живет 200-800 лет, и объединили черную акулу. И нам, наш завод, GMP, это значит медицинский завод, и Минздрав официально разрешил писать на упаковке, что наша Омега Плюс снижает вероятность возникновения, внимание, онко, заболеваний. И дальше читайте, и способствует противодействию старению. То есть Минздрав и завод GMP, Минздрав контролирует завод GMP, потому что завод GMP, он производит только из высококачественного сырья, и плюс завод GMP имеет медицинское оборудование. Так вот, на официальном государственном уровне, да, друзья, что получается? Нам разрешили, мы, наверное, первая компания в мире, кому официально разрешено. Потому что на спортивном питании, на добавках, на БАДах, на витаминах нигде нельзя писать, что это останавливает онкозаболевания. А у нас есть клинические исследования по онко, есть клинические исследования, и скоро выйдет препарат Т-98. Мы прошли успешные исследования, где доказано, что Т-98 при онко реально помогает. Представляете, какие у нас натуральные препараты? –